Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амигон, и сегодня у нас реакция на аниме-рэпчик, на аниме-рэда, или же Infasted, совместная работа с аниме-рэп 86. Погнали посмотрим, буквально 20 минут назад вышел трек, и я по зову колокольчика пришел посмотреть. И снова на поле боя мы, и снова на поле боя мы. Эти стены стали для нас родным домом. Все мы не видим света и сердца в оковах. Как быть, если наш мир — это война до гроба? Огонь и дым смерти и кровь, заложники фронта. Так часто видели, как погибают близкие. Их глаза горели после тела. Так жалко искренне, помним улыбки тех, кого забрала война. А также те страшные крики «Я не хочу умирать». Да, может мы виноваты, но в чем давай? Расскажи мне всю правду. Не такие, как вы, ну и что? Наш мир это чистое небо, но карцер. Непривычно слышать автотюн, но хоть он и в легкой форме, но непривычно. Знаешь, каково просыпаться и чтобы все выдержать, надевать маску, что мы совсем справимся верить, но тут никто не сможет остаться в живых. Дай-ка, может, субтитры. Я иногда забываю, в последнее время уже перестал субтитры подрубать, а они ведь же есть. Место казни убой, мы должны защищать этих белых свиней. А там радость бухло, печеньки и чай, но там явно больше нету людей. Да мы тут ненадолго, но после смерти встретимся на небесах. И в мире загробно все вместе посмотрим, как смерть доберется и к вам. Да пусть будет гореть огонь, будет продолжаться жизнь, и звезды осветят ночь. Все те, кто от нас ушли, нам страшно, но все прочь, наш кэп проводник души, коль помрем, возьмем с собой часть наших боевых машин. Ваши байки это искусство, мол, война без потерь. Искусственный интеллект, что за бред, по-вашему, кто мы? Люблю, когда поют в унисон, это довольно-таки приятно звучит. Кстати, очень все жду трек с сестрой, это вообще класс. Очень классно получается с женским вокалом треки. Я все думаю, когда выйдет очередной новый трек. Так, продолжаем. Где мы? Скажи, майор, каково в теплой постели? И как вам трудно воевать, спрятавшись за стены? И спрятавшись за стены, вы нас не поймете. Мы так хотели тоже быть спокойной ночью. Однако скоро время тут поставит прочерк, а после точку. Не души, не душите меня, голоса в моей голове. Ведь я помню всех, кого бы не потерял на поле, оставив след. Но я знаю смех тех, кого я полюбил, но бой не пускает вверх, убивая свет, забирая так важных мне людей столько лет. Но скажи, зачем? Для чего нам это боль и бойня? Почему именно мы? Что мы слышим эхо вой? Так или иначе все умрем и будем вместе дома. Но погибнуть, как отбросили, уйти достойно. Расскажи, майор, как же за стенами живется детям без войны, без боли, сожалений. Лишь только потому, что родом они чуть повыше. Как им хорошо в тепле, уюте, жаждать новых мишек в дом. А я взамен поведаю тут каково, как каждый из нас с самого детства был убит давно. А ты ответь, что вы чувствуете, зная в свете, как за ваши жизни защищая, погибают дети. Кстати, надо чекнуть, что за аниме. Я честно сразу признаюсь, я данное аниме не смотрел просто. Да пусть будет гореть огонь, будет продолжаться жизнь, и звезды осветят ночь. Все те, кто от нас ушли, нам страшно, но все прочь. Наш кэп проводник души, коль помрем, возьмем с собой часть наших боевых машин. Ваши байки это искусство, мол, война без потерь. Искусственный интеллект, что за бред, по-вашему, кто мы и где мы? Скажи, майор, каково в теплой постели? И как вам трудно воевать, спрятавшись за стены? И спрятавшись за стены, вы нас не поймете. Мы так хотели тоже быть спокойной ночью. Однако скоро время тут поставит прочерк, а после точку.
Слушай, ну, современненько. Я знаю, что сейчас время такое, что вот эти вот легкие... Я не знаю, я надеюсь, что я правильно понимаю, что это легкий автотюн. Ну, звучит, слушай, прикольно. На самом деле прикольно, хоть я и вообще противник автотюнов любых. Меня изначально всегда раздражали они. И я, по большей мере, любитель старой школы за чистый и офигенный рэпчик. Вот. Трек-бомбочка, который можно послушать, пораскачиваться. Очень сильно соскучился, правда, по АМВшкам. Но также я понимаю, что делать такие плотные, сложные АМВшки, к примеру, как в Леве, довольно-таки сложно, довольно-таки затратно по времени, а что-то подобное выглядит просто и, в принципе, тоже довольно-таки круто. И, как я знаю, это анимация картинок, как я понимаю. Такие, так сказать, обои делают на рабочие столы частенько. В принципе, если бы я смотрел бы данное аниме, я бы, может быть, больше комментариев ставил. Но я не смотрел данное аниме, поэтому для меня это была просто хорошая песня. И если она как-то очень сильно связана с сюжетом, то... Да я более чем уверен, что она очень тесно связана с сюжетом. И судя по персонажам, которые на экране в военной форме, что-то связанное с войной. Вот, так же и пелось это в песне. Что ж, ребята, что думаете вы? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Может, что-то для себя тоже новое пойму или узнаю. Что ж, всем до скорой встречи. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Подписывайтесь, кто не подписан. Хе-хе. На меня и на Анирэда. Didn't even get to bronze.